Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня у нас на обзоре Мах. Мах, который ищет нового собственника, соответственно. И хороший Мах, я вам скажу так. 23-й сервер, этот Мах, 15 миллионов мощи. В топовом рейтинге по памятнику он занимает 20-е место. Это очень хорошая заявочка, да. Не будем тянуть, быстренько посмотрим своего мага. И опять-таки напоминаю, этот маг ищет нового собственника. По всем вопросам пишите мне по моим контактам, они есть внизу под видео. Лучше всего это директ в Инстаграме, конечно. И там мы сможем с вами обсудить все вопросы по данному персонажу. Либо же вы можете писать в личку, это 23-й сервер, напоминаю, и обсудить все вопросы именно с самим человеком напрямую. Значит, ПВП мощи у нас почти 4000, музыкалка максимальная. Так, духовочка у нас 12-я, в духовке у нас навыки на ОЗ персонажа и плюс урон. Также экзо ОЗ, прочность основы и парирование экзо в том числе. Значит, ПВП навыки здесь у нас на крит, ПВП шмота. Здесь у нас также крит. И здесь у нас ПВП мощь на 3%. Повышение. Так, ПВП кольцо 202 и 137 соответственно. По статам 26 лямов с половиной хп своего, 470 тысяч атаки и по 230 тысяч физмаг деф. Что по основным статам? 38 тысяч крита, ну как для мага это в принципе неплохо. 280 тысяч прочности. Можно было бы и больше, но в принципе тоже хорошо, так как он играет через экзо. У него очень плотная экзо, и этого достаточно для того, чтобы пробивать и жить, скажем так. 2 миллиона плюс урона, доп урон 140, иммунитет 136,5. Что мы здесь еще можем посмотреть? Трансформация. Трансформация у нас 9 уровня. По самой трансформации здесь 63 уровень почти, то есть уже скоро будет 70, это новый будет прорыв. Основные навыки на 3 и 2 навыка на 1 и 2 соответственно проточены. Так, что у нас справочник? Справочник на 10, все что есть изучено, все на 10, все есть по статам. Так, дальше смотрим, что у нас. Герои. Да, играет он через Один Хель, он или она, Один Хель Верданди, Векза Верданди, бронявая. Так, смотрим по Божий Круг, в принципе. Так, быстренько покажу. Не имеет смысла, я думаю, зацикливаться. Все, кто и так давно играют, они так понимают, что это очень-таки неплохо. Прокачка по эволюции. Значит, в размещении у нас идет уклонение. Что у него еще здесь? Крит, уклонение, прочность. Ну, в принципе, в размещении, как обычно, карты, которые с основных смещаются, которые стоят ненужными, перекидываются в размещение. Размещение никто не бустит, но в принципе этот человек уже начал бустить размещение, открывать доп слоты, соответственно можно будет кидать туда. Значит, Венда у нас доп слоты все открыты абсолютно, и соответственно здесь вываливался крит, вот здесь прочность, ну в принципе вот крит, крит в процентах, крит, крит в процентах, крит, прочность, здесь у нас чистый крит. Чистый крит, процент, крит, атака, плюс урон, крит. Ну, соответственно, то есть крит, крит, прочность и прочность в процентах. И в экзо у нас будет, значит, здесь крит на дефовых и на всех остальных будет прочность и парирование. Атака ОЗ, вот видите, вот здесь вот парирование ОЗ. Здесь у нас крит, внизу также будет крит ОЗ. А здесь парирование уже идет, и чистый стат, и процентный, и вот карточки именно парирования, тут вот и процент, и чистый. В принципе, с парированием, я думаю, проблем нет. Смотрим по самим статам, значит, размещение, что у нас? Почти 32 миллиона хп, 540 тысяч атаки, дефы не буду зачитывать, то есть, в принципе, там и так понятно, 70 тысяч прочности,
Ну, это такой чисто дополнительный герой, размещение его никто не бустит. Значит, что у нас в Эндо? В Эндо 11,5 миллионов хп, 717 тысяч атаки, в принципе, достаточно. 187,5 тысяч крита, как для мага это космос на Эндо. Дальше, что у нас? Парирование, прочность 93 и доп. Урон почти 26. Я считаю только основные статы, которые нужно. Далее у нас Векза, у нас Верданди с 34 миллиона хп. Также у нас 378 тысяч атаки, 286 тысяч физзащиты и 265 магзащиты. По статам 25,5 крита тысяч, парирование 174 тысячи парирования. Это очень хороший показатель. В принципе, еще немножко пару карт каких-то толковых поймать или может в йенах и перерулить статы, можно 2 сотки выжать. Так, 77 тысяч прочности. Прочность, в принципе, отсюда сносится в основу, так как здесь достаточно парирования. Иммунитета 76,8%, доп. Урона 36,7%. Так, что дальше мы смотрим? Рыцари. Рыцари я так пробегусь. 111, 139 тысяч на атаку. 3 миллиона на экзо хп. Вот здесь вот основные, вот здесь вот два, да. Так, что здесь есть еще такого прям хорошего? Ну вот, уже на экзо хп 2,5 миллиона. Дефы, хп, ну и атака такое. Так, дальше у нас, смотрим охрану. Охрана, уклонение, парирование экзо. Да, у нас смерть, парирование и размещение, урон, смерти. Дальше у нас здесь прочность, крит, прочность, крит, прочность, крит. Двойная звезда на основе, на размещении на хп, здесь на урон и здесь на урон. В принципе, если играешь уже от экзо, то вот эту вот звезду, которая на хп, можно было перекинуть в экзо, там бы немножко больше было бы хп. Это, в принципе, неплохой совет, если что. Так, в руны, руны размещения, что у нас здесь? ОЗ, прочность, 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 маг-защита и ОЗ. В основном 4 рубина. Энда тоже 4 рубина, здесь у нас прочность, прочность, атака, прочность, прочность, прочность. Здесь должно быть парирование, ну угадал я или нет. Прочность, тоже рубины, кстати, парирование, прочность, парирование, прочность, прочность. Ну плюс-минус, в основном и парирование, и прочность, говорю, то есть можно даже рунами подтягивать парирование, в принципе, и до 200 дотянуть, и будет вообще... Топчик, топчик, топчик. Так, по ковке что у нас? Здесь в основном крит, крит. По 3 крита, 2, 3 крита. Вот здесь парирование. Ну, парирование на основу можно не выраливать. Было лучше бы, конечно, крит. Ну, здесь в основном крит и есть. Так, заклятие у нас плюс урон и хп, соответственно. У всех так. Магов, это топовый билд идет на магов плюс урон хп. Так, ПВП есть, так там музыкалка, все максимальное. Смотрим по богиням. Сразу смотрим святыни. Здесь Атлантида плюс один. Ага, здесь на... Ага, вот так вот, да, значит. На атаку прочность, немножко крита. В основе крит не выраливали. Здесь на ХП богинька. И здесь у нас оставшиеся богиньки. 15-я Пандорка, Валькирия, 10-я Афины, 11-я чисто. Немножко смерти, ХП, прочность, атака подошла. Так, здесь у нас критовая плюс 1 богинька. Значит, она у нас дает 30 тысяч крита, 30 почти с половиной. 5 тысяч парирования, 2400 смертоносности, ну, с основного. И еще атаки. Сколько у нас атаки? 14 с лишним тысяч атаки получается. Здесь у нас богиньки все на крит и на атаку. Так, смотрим здесь. Здесь у нас парирование богиньки. А ковчег неточный первый, да. И что у нас по парированию? 11 тысяч, да, и плюс 5500. 16,5 тысяч парирования. Это основной стат. По артефактам смотрим, что у нас здесь. Здесь ПВПшный артефакт на смерть. А здесь также у нас ПВПшный артефакт на смерть. Венда у нас на урон
артефакты маговские чистые. Так, ну здесь тоже можно уклонение, парирование было поубирать. И плюс урон тоже здесь незначительный, в принципе, вкинуть в, там, в тот же крит, например. Это лично эти, по ходу советы, но в принципе это все реализуемо. Это немножко можно подправлять, но в принципе мах вообще очень даже хорош. Так, и в экзо у нас двойной билд. Здесь видите ОЗ максимально и смертоносность максимально. Можно ставить еще артефакты на ХП. То есть, в принципе, сюда можно поставить звезды в экзо на ХП, поставить арты на ХП и выгнать там, блин, да больше 40 лямов ХП на Верданде в экзо. Даже может еще больше получится, чем 40. А если Бахамута воткнуть, то все лямов 60, наверное. Это вообще прям вау на самом-то деле. Так, конь, я думаю, там нет смысла. В принципе, все, которые нужны, кони есть. Они пробущены. Так, здесь что у нас? Здесь... Ага, вот 140, 141, 142 уровень прокачки. Приручение. Дальше смотрим камни. Ребятки, камни я бегло покажу. В принципе, смотреть камни нет смысла, так как вы уже видели сами статы. То есть от этого ничего не зависит. Камни можно, в принципе, переролить, если вдруг чего, но размещение никто не ставит, понятно. Энда, вот на плюс урон стоят камни, можно слоты просто увидеть. На экзо, на иммунитет, соответственно, камни все стоят. И вот по шмотке дракона показывает также камни. Немножко на энда, на экзо и на основе все соответственно. Так, дракон, что мы имеем? Драконы 2 звезды все, 143, 142, 143 уровень. По шмоту все 15 звезд, прокачка идет в экзо на атаку и хп и в основе на атаку и хп. Так, что у нас по звездным, кстати, есть? Наверное, в складе все, я не помню. Нервы понятно, что все. Так, по навыкам, что у нас? Смерть плюс урон, минус урон, атака крит, и здесь у нас атака. В размещении у нас что? Плюс урон, уклонение ОЗ, прочность атака, атака процент. Дальше в эндо, крит плюс урон, смерть плюс урон, атака, прочность и атака. И в экзо что у нас? В экзо можно еще переролить, нормально наролить, смотрите. Тут еще парирование без нормального стата на парку. В принципе, здесь можно еще и развлекаться. Так, а спиды у нас? Быстренько покажу, запасных нет спидов. Вот по статам. Чисто на урона спиды стоят. Так, что мы дальше смотрим еще в связи? Гены, смотрим, что у нас по генам. Ген на УЗ персонажа, на плюс урон персонажа, на плюс урон персонажа, на УЗ персонажа, УЗ персонажа, плюс урон персонажа, парирование экзо, вот, хорош, правильно, УЗ персонажа, УЗ персонажа, персонаж прочность, плюс урон персонажа, УЗ персонажа, УЗ. Ну, в принципе, я вот эти, которые ОЗ персонажа, я бы на самом-то деле на парирование экзо, например, перекинул бы там. Вот, мне что-то больше нравится. Так, ОЗ персонаж. Ну, в принципе, в целом, да, все урон. Урон, ОЗ. Здесь парирование, вот, да, энда, герой. Парирование не то, надо экзо. Так, что у нас еще? Ну, по стадиям понятно, что здесь все будет максимально по созвездиям. В принципе, вот. Так, инвентарь не буду показывать. Я думаю, что там куча всего, потому что за столько времени, сколько человек играет, там просто немерено. Я скажу, и хлама, и не хлама, и фишек разных для прокачки. Поэтому это уже отдельная история. В принципе, отличный маг, всем советую, поэтому еще раз напоминаю, он идет под смену собственника. Все вопросы пишите мне в личку, внизу под видео есть мои данные,
контакты. Желательно, опять-таки, напоминаю, это директ в Инстаграме, там проще всего со мной связаться и быстрее всего я отвечаю. А также, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, если какие-то предложения, также пишите в комментариях по видео, по дальнейшему развитию канала. Все вы можете писать как в комментариях, так и ко мне в личку. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.